Выбирай, что хочешь. Вот это, пожалуйста. Окей. Много хочешь, мало получишь. Конечно, детка, я возьму тебе. Что это было? Ничего. Ладно, тогда возьму. Ничего. Ладно, я слежу за тобой. Что? Когда она успела? Тебе ничего не достанется. Мам, я есть хочу. Последняя пачка хлопьев будет моя. Отдай. Мама победила. Хочешь хлопья? Они все твои. Упс. Мамочка, ты в порядке? Идем, малявка. Детка. Мамочка. Привет, детка. Садись со мной, мамуля. Да, садись с нами. Конечно. Как остро. Видишь, детка, мамочка не хочет сидеть рядом с тобой. О, не расстраивайся. У тебя всегда есть я. А где дверь? Эй, кто заказывал пиццу? Она здесь. Что? Но мы не заказывали пиццу. Это какая-то ошибка. Точно? Пицца не ваша? А может, все-таки возьмете? Мамочка, пожалуйста. Детка, но я не... Я расплачусь. Если ребенок хочет пиццу, я ее куплю. Ура, пицца! Секундочку. Я сама куплю дочке пиццу. Нет, я хочу заплатить. О-о, лучше им не мешать. Определим, кто сильнее. Дуэль? Дуэль. Серьезно? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Может, заплатите вдвоем? Нет. Армрестлинг. Давай, ты сделаешь ее, да. Шпаги. А вам еще долго? Хватит. Здесь как раз должно хватить. Вот ваши деньги. Спасибо за доставку. Довольно, я устала. Мама снова победила. А где доставщик? Доченька. Что хочешь, малявка? Купи большой попкорн. Большой? Самый большой. Один самый большой попкорн и один маленький. Вот твой попкорн, детка. Такой крошечный. Не нравится? Я сама его съем. Что? Но так нечестно. Моя мама бы так никогда не поступила. О, моя детка. Босс, добрый день. А вы точно мой босс? Вот так лучше. А, босс, ты в отличной форме, охранник. А теперь можешь взять перерыв. Я подежурю вместо тебя. Правда? Я наконец-то пообедаю. Вот это повезло. Спасибо, босс. Вот наши билеты. Как ее остановить? Соберись, мама. Ты сможешь. Ага. Вход с попкорном запрещен. Без проблем. Это не мой попкорн. Чао, ребенок. Что? А как же я? Эй, не волнуйся, крошка. Мамочка! Почему нельзя с попкорном? Это нарушение всемирного закона. Идем скорее, детка. Эй, поаккуратнее, пропустите. Наполним все формочки. Осталось только поставить все в духовку и подождать. Готово. Какой аромат! Опять она подглядывает. Что ты задумала? Я принесла свечки. Хочу помочь. Нам не нужна твоя помощь. Пожалуйста. Мамочка, пожалуйста, разреши ей. Ладно, но только без твоих фокусов. Конечно. Давай загадаем желание и задуем свечки.
Так вкусно. А теперь ты, мамочка. Ладно. Пожалуйста. Желаю, чтобы... Ауч! Ты! Мачуха, поиграешь со мной? Мне скучно. Пожалуйста. О, я с радостью. Но я не могу. Я плохо себя чувствую. Мамочка! Мам! Да, детка? Поиграем вместе? Мне скучно. Играть, 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 играть! Конечно, давай. Нет, скучно. Как сложить этот пазл? Я не знаю. Складывайся. Нет, мне не нравится. Поймала. Ау. Нет. Уно. Нет. Нет. О, да, не двигайся. Нет, 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 я протестую. Окей, обойдемся без стрел. О, да, заказать. А где ваша дверь? Здрасте. Ваша доставка. Спасибо. Эй. Детка, смотри, что у меня есть. Вау, что это? Набор для слаймов. Попробуем? Сделаем все по инструкции. Смешаем ингредиенты. Добавим глиттер и краситель. И разные блестки. А теперь нужно все смешать. Крути слайма-миксер. Вау, получается! Что? О, как мне плохо. Что с ней? Пожалуйста, сделайте мне целительный чай. Мне очень плохо. Конечно, сейчас. Скорее, мамочка. Сейчас я вам устрою слайм-вечеринку. Побольше зеленого. Вау, отлично. Вот твой горячий чай, держи. А, гадость. Я случайно. О, я просто юный гений живописи. Прекрасно. Упс. Мачеха, мне нужно вытереть руки. Вытри свою футболку. Ну вот, порядок. О, нет, моя футболка испорчена. О, это не мои проблемы. Случилось? А что с футболкой? Я знаю, как это быстро исправить, не волнуйся. Мы превратим футболку в произведение искусства. Добавим еще красок. И сделаем цветочный принт. Здорово! Моя футболка стала еще лучше. Спасибо, мамочка! Ты самая прекрасная! Мама, папа, я счастливая семья. Мой ангелочек. Моя принцесса. Попрощайся со своей мамой. Теперь здесь буду я, твоя мачеха. Что? Нет. Чао. Только не это. Мамочка. Нет. Мамуля. Тише ты. О, вот где они. Никаких яблок. Держи, Сникерс, не благодари. Вау, вкусняшка. О, нет, ей нельзя есть шоколад. Это вредно для кожи. Оу, нельзя шоколад? Конечно, выброси, Сникерс. Ну почему? Ух, взамен держи гигантский Сникерс. Что? Вау, вот это повезло. А тебя никто не приглашал. Что? Нет, 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 впустите меня. Окей. Сама проберусь в магазин. Оу, мне не помешает лестница.
Они должны быть где-то здесь. Детка, хочешь брокколи? Хороший выбор. Конечно, нет. Ну и гадость. Вместо брокколи держи чипсы. Это так вредно. Обожаю чипсы. Возьмем только неполезную еду. Вау, здесь все мое любимое. Я знаю, я лучшая мачеха на свете. Нет, я должна этому помешать. За дело. Вот так. Я выловлю все вредности из их тележки. Один батончик ликвидирован. Рыбачим дальше. Так, что здесь у нас? Браконьеры! Сейчас я устрою тебе незаконную рыбалку. Готово. О, клюнула. Hey. Давай, что мне попалось? Упс, чужой кошелек. О, нет. Офицер, у меня украли кошелек. Только что в этом магазине. Это была она. Это безлактозный йогурт? В чем дело? Внимание всем постам! Задержан особо опасный преступник. Воровка. За мной в участок. И пусть вернет мой кошелек. Какой кошмар. О, снова рыбалка. Прекрасно. Что там такое тяжелое? А, это пес. Помогите. Идем на кассу, детка. Они уже на кассе. Приветик. Я беру все это. Окей. С вас $100. Нет, нет, нет. Одну минутку. О-оу. Упс. Она расплатится. Ауч. Моя голова. О, бедняжка. С вас $100. Ладно, хорошо. Кажется, я сломала ребро. О, нет, только не этот пес. Мамочка, я помогу тебе. Мы уже уходим. Эй! Упс, поиграешь со мной? Еще чего? Посмотрим, кто поставил мне лайк. Иду на посадку! Мой телефон! Упс! Это был несчастный случай. Фух, мне срочно нужна медитация. Мачеха, сделать тебе массаж. А что ты тут делаешь? Сыграем настольный теннис? Моя подача? Нет, нет, нет! Ну все. Эй, деточка, сыграем в прятки. Ура! Раз, два, три. Я иду искать. О-оу, мамочки, мне уже страшно. Что это за тени? А, кто там ходит? А, помогите! Скорее в кладовку. Здесь никого. Ты в кладовке, деточка? Нет, нет, нет. Кто здесь? Отлично. Привет. Это я, детка. Фух, мамочка, как я рада, что ты здесь. Это снова она. Не бойся, детка, мама рядом. Я вытащу нас отсюда. Как больно. Вход закрыт, какая жалость. Счастливых выходных вам в кладовке. Минуточку. Дверь открывается в другую сторону. Идем отсюда. А кто это там ползет? Они кое-что уронили. Билеты. Ну что за сладкое фото? Фи. Ау, не могу порвать. Ох уж эти крепкие семейные узы. Я найду вас в кинотеатре. Ты готова, детка? Вот наши билеты, пожалуйста. Конечно, проходите. Приятного просмотра. Э? Что это? Я сдаюсь. Не с места, а то мачеха будет стрелять. Бум! О, нет. Всем в укрытие. Держись, детка. Ау! Вот ты и попалась. Теперь не убежишь. Нас всех убьют. Тише ты.
Надеюсь, меня не видно. Куда она делась? О, вон там, за стойкой. Где же наша мамочка? Эй, подержи-ка. Ребята, умоляю, скорее поставьте лайк этому видео, чтобы спасти мою маму. Ха, Бобкорн. О, нет. Пожалуйста, нужны еще лайки. Умоляю, еще немножко. Нет. Ну все. Эй, что происходит? Почему оно прилипло? Тюху, спасибо, ребята. Нет, нет, нет. Попкорн с сыром. Оу, спасибо, детка. О, да, я спасла свою маму. Кто молодец? Я молодец. Бррр, вместо тебя я буду целиться в твою дочь. Привет. Пока-пока. Каждый сам за себя. А, нет! Только попробуй. Вау, мама крутая. Что происходит? Но как? Та-дам! Юху! Мамочка, ты ее сделала! Да! Хочешь пить? О, спасибо! Отличная работа! Осталось еще немножко. О, да! Настал мой день рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ура! Мои любимые герои! В чем дело? День рождения? Сегодня? С днем рождения тебя! О, да! Я тоже организовала этот праздник! Эй, не толкайтесь! Устроим вечеринку! Что? Почему так темно? Детка, в чем дело? А-а-а! А, как страшно! А как насчет танцев? Они веселятся без меня? Упс! А теперь торт! Я отнесу торт. Отпусти, отдай его мне. А? Деточка, я приготовила тебе именинный торт. И сейчас я его порежу на куски. Что? А! Это кровь! Она убила мой торт! Тише, детка. Мы разыграли эту мачеху. Это не кровь. Это вишневый смузи. Хочешь попробовать? Вкусно. Как мне уже надоели этот ребенок и его мама. Вот так будет со всеми ее игрушками. Мои любимые куклы. Упс, мне пора. Она их всех поломала. Детка, не плачь. Мои куколки испорчены. Да уж, дело плохо. О, есть идея. Okay. Мне нужна вот эта цепочка. Yes. И аксессуары поломанных кукол. Что там? Твое новое украшение. Вау, какое красивое. Тебе очень идет. Спасибо, мамочка, ты лучшая. Мам? Я уже опаздываю в школу. Точно. Давай скорее собираться. А теперь рюкзак. И не забудь свой ланч. Готово. Мам! Упс, ладно. Это все из-за ланча. Понесешь его в руках. Удачных занятий, детка. И куда ты так пойдешь? Юху! Так я чувствую себя намного лучше. Спасибо, мачеха. Всегда пожалуйста. Идем. Что? Ну так нельзя. А! Какой сильный ветер! Помогите!
Эй, девочка, ты же замерзнешь. И куда смотрят твои родители? Детка, нельзя выпускать ребенка на мороз в одном купальнике. Какая мать так поступает? Простите, я не... Да, я так ей говорила, что ребенку нужна шубка. Эта мать совсем чокнутая. Я? Нет, это не то, что вы подумали. Можно перекусить? Ауч, мой зуб болит. Детка, что случилось? Зуб заболел? Держись. Подвинься, давай вырвем твой зубик. Нет, плохая идея. Но уже это не больно. Смотри, сейчас покажу, как это делается. Держи. О-оу. Мой зуб, мамочка, он болит. Сейчас, детка, я уже звоню врачу. Алло, доктор, приезжайте скорее. Ну как? Порядок, теперь ничего не будет болеть. Спасибо, доктор. Привет, красотка. О, мой бывший парень. Привет, Колин. У меня есть два билета на Бали. О, для меня. Сейчас соберу вещи. Всем пока. Держи собаку и чемодан. Идем. В колледже всегда интересно. О, нет. Что он делает? Прекрати, так он не поместится. Нужно вертикально. Ой, правда, спасибо. Пожалуйста. О, Фиби влюблена в Колина. Это так мило. Из вас выйдет отличная пара. Привет, что делаешь после уроков? Любовь спасет мир. Это уже слишком. Подача! О нет, берегись! Ай, больно! Ну все, с меня хватит. Нэнси всегда была королевой колледжа. Но в этом году все изменится. И у меня есть план. Королевой стану я, а Нэнси никто и не вспомнит. Помогите! За дело. Для начала поменяю номера шкафчиков. Нэнси, прошу, открывай его скорее. Посиди пока здесь. И дверь заблокирована. Если убрать парту Нэнси, никто не заметит, что ее нет. Класс, приветствую. Начнем с переклички. Колина я вижу. Стоп, а где Нэнси? Нэнси? Она исчезла? О нет, ее нужно найти. Нэнси, где ты? И как мне выбраться? Ой. Ого, здесь целая тайная комната. Нет, только не это. Сеть не ловит. Это бесполезно. Ладно, посмотрим, что это за комната. Скучные папки, инструменты. Зато есть из чего сделать самолетик. Плед. Я привидение тайной комнаты. Было весело. О, ракетка. Спорт – это полезно. Упс, я случайно. Ненужный хлам, еще хлам. Вау, рабочий комбинезон. Переделаю его под ультрамодный. Упс, перестаралась. Но это можно зашить. А веревка заменит пояс. Приключения начинаются. Я переделаю эту комнату и начну со строительства каркаса. А это нужно передвинуть. За дело. Соберу все детали и закреплю понадежнее. Шуруповерт – это вещь. И каркас готов. Можно красить. Розовый мой любимый. Повезло, что кто-то оставил здесь целое ведро розовой краски. Я никуда не спешу и могу красить хоть целый день. Но как сюда подняться? Лестница. Буду взбираться по ней на второй этаж.
Думаю, меня она выдержит. Вау, а здесь что? Полная коробка подушек. Они мне пригодятся. Больше не осталось. Вау, красота. Здесь стало так уютно. Землетрясение. Альбом с фотографиями. Мои одноклассники. Как же я соскучилась, ребята. Знаю. Калаш из фотографий будет поднимать мне настроение. И гирлянда для атмосферы. Время обеда. Захожу. Привет, рада тебя видеть. Что ты здесь устроила? Собственную комнату? Этого в плане не было. Я ухожу. Как хочешь. Шкафчик нужно надежно закрыть. Печеньки? А у меня есть идея. Из старого картона я вырежу корону. Добавлю краски и украшу королевский бортик кровати драгоценными самоцветами. О, да, с такой короной легко почувствовать себя королевой. Сколько пыли! Здесь пора прибраться. Уберу все лишнее и наведу порядок. Расставлю все по полочкам и организую рабочее пространство. Теперь очередь кровати. Края слишком шершавые, но это исправит мех. Готово. Подушки и плед. Замечательно. А эту доску я повешу над кроватью. И буду тренироваться решать примеры. Добавлю украшения, чтобы решать было веселее. 5 плюс 7 равно... Сколько? Знаю, 13. Идея. Нам нужен шериф. Это отличная идея. Пончик. Я не поел. Пропала королева колледжа. Я занят другим делом. Ловлю вора-игрушечника. Мне не до королев колледжа. Вором займемся мы, а вы ищите Нэнси. Я захватил бинокль. Это подсадная утка. Она будет приманкой для вора. А я просто поразговариваю по телефону. Никого. Прием. На горизонте чисто. Есть время для селфи. Для селфи всегда есть время. Стоп! Это был вор! Игрушка. Она будет моей. Попался. Ты арестован. Наручник маловат. Это было просто. Мы знаем, кто ты. Еще одна маска? Нас не проведешь. Это ты на фотографии. В полицию его. Мы привели вашего игрушечника. Теперь найдите Нэнси. Застрял. Съел слишком много пончиков. Нужно собраться, что мне нужнее, фото пропавшей или пончик? Конечно, пончик. За мной. Утка осталась у меня. Не дождешься. Знаю, нам нужна поисковая собака. Рюкзак Нэнси. Что? Собака говорит в путь. Здесь никого. Ты что там делаешь? Здесь есть дверь. Нужно идти дальше. Нэнси здесь нет. Мы все обыскали. Мы ищем не там. След приводит в коридор. Что? Поискать в шкафчике? Хорошо. Что делать? Они сейчас все узнают. Я должна унести шкафчик. Не получится, он слишком тяжелый. Идея. Игрушка для собаки. Скорее, бежим. Нэнси, где же ты? Теперь и собака потерялась. Что за день? И здесь она. Есть идея? Я муху поймал. Весь день за ней бегаю. Круто. Придумала. Что? Мы пойдем к гадалке. Помогите нам найти Нэнси. Позолоти ручку. Ладно. Этого хватит? Вполне.
Вижу, скоро ты встретишь свою любовь. Мужчину статного, богатого и красивого. И любить будет только тебя. И замуж позовет. И будете вы жить долго и счастливо. Мне нравится. Но мы ищем Нэнси. Где она? Это за отдельную плату. Денег больше нет. Закончились. И чего вы тут расселись? Сеанс окончен. Получилось, они купились. Упс. И что ты здесь делаешь? У тебя лицо испачкалось. Пойдем скорее. Чуть не попалась. Как же здесь славно. Какой скучный глобус. Его нужно переделать. Вот, другое дело. Глобус гламурнее, чем моя одежда. Так не пойдет. Готово. Привет. И кто теперь королева колледжа? Я. И ты видела мой новый глобус? Что? Для тебя это вообще не важно? Наконец-то. Моя мечта сбылась. А корону пока спрячу, чтоб остальные не догадались. Куда его подключить? О, дверь открыта. Я за тобой. Отлично, в классе есть розетки. Привет. Нэнси, милая, где же ты? Стоп, что? Нэнси, постой. Как это произошло? Твоя секретная комната просто чудо. Ну вот, снова они все вместе, а я одна. Я вовсе не королева колледжа. Эй, не грусти. В колледже может быть две королевы. Пойдем, тебя все ждут. Вы меня прощаете? Конечно. Ладно, никаких обид. И королевой колледжа становится Нэнси. Ура, поздравляем, подружка. Ты победила. Нашли чему радоваться. Ура, Нэнси, ты лучшая. Мы тебя обожаем. Нэнси, поздравляю. Я приготовила сюрприз. Там? Заходи скорее. Эй, куда я попала? Фух, наконец-то я от нее избавилась. Что это за место? Выпусти меня! О нет, где же ручка? Открыть дверь не получится. Я и не знала, что в колледже есть такая заброшенная комната. Сколько здесь пыли и ненужного хлама. Попробую навести здесь порядок. Нэнси вот-вот будет здесь. Это она? Нет. Встречается новую королеву. А где Нэнси? А это еще кто? Нэнси пропала. Как пропала? Нужно ее найти. Я отправляюсь на поиски. Ищите, ищите. Ничего у вас не выйдет. Начну с объявления о пропаже. Осторожно, радиация. Сюда лучше не входить. Любопытно. Раньше я этой комнаты не замечала. Глупый канат. Кто там? Корона? Нэнси? Вот ты где, наконец-то. Надевай корону и пойдем скорее. Тебя все ждут. Но как нам выйти? Ручки нет. Вот я и сижу здесь. И что нам теперь делать? Мы застряли в этой комнате навечно. Катастрофа! Не преувеличивай. Смотри, мы можем построить секретную комнату. Ну, конечно. Отличная идея. Для начала уберем все лишнее. Хлам отправится в угол. А у нас появилась прекрасная секретная комната. Как мило. Вот только мне не забраться сюда без лестницы. Ясно. Но эту проблему можно решить. Мне понадобятся доски и шуруповерт. Откуда у тебя в сумке инструменты? Я ведь лучшая студентка в классе труда. Серьезно? Я и не знала. Наконец-то мои навыки пригодятся. Ступеньки готовы. Вау, спасибо, Молли. Ой,
На каблуках здесь подниматься опасно. Осторожнее, Нэнси. Я знаю, что делать. И мне пригодятся эти деревянные балки. А вот и перила для лестницы. С ними ты без проблем поднимешься по ступенькам. Перила слишком скучные. Вот были бы они розового цвета. Ты согласна? Нет, у меня есть идея получше. Такая расцветка тебя устроит? Идеально. И подниматься теперь легко и просто. Наконец-то можно отдохнуть. Я так устала. Тебе нужна подушка. Какая мягкая. А это что такое? Похоже на крючок для сумки. Так и есть. Очень удобно. Отличное место для объявления. Приклею покрепче. Ты что творишь? Совсем страх потерял. Упс. Простите, я случайно. Стой! Спасите! Они уже близко. Радиация? Лучше это, чем быть пойманным. Где же он? Может, за этой дверью? Сюда я точно не ногой. Я в безопасности. Тише, не хлопай дверью. Нэнси заснула. Прости. Рада тебя видеть. Давай сделаем для кровати Нэнси большую корону. Отличная идея. За работу. Тише, не разбуди Нэнси. Не подумал. Сделаю звук потише. Из этого выйдет отличная корона. Вперед! Похоже, корона готова. Здорово, а я займусь покраской. Камушки так ярко блестят. Нэнси взаперти слишком долго. Проголодалась, наверное. Я должна поделиться с ней ланчем. Вас здесь много? Ты! Дверь захлопнулась. Фиби, это ты во всем виновата. Ой, моя сумка и мои фотографии. Фиби, мы ведь были лучшими подружками. С тобой всегда было весело, что бы мы ни делали. Играли в крестики-нолики. Делали смешные селфи. Болтали обо всем на свете. Моя книга. Я помогу. Ты новенькая? Спасибо, да, я Молли. Я Нэнси. Приятно познакомиться. Нэнси нашла новую подружку, а обо мне уже забыла. Ну и ладно. Но ты всегда будешь моей лучшей подружкой. Марк, сделай так, чтобы эти фотографии украшали мою секретную комнату. Готово. А ты помнишь эту вечеринку? О, да. А ты помнишь? Может, украсить цветами? А если гирляндой? Нужно больше подушек. Смотрите, что я нашел. Фонарики. О, Марк, а если добавить блесток? Надеюсь, эти светильники им понравятся. Вау! Изумительно. Восхитительно. Им понравилось. Марк, ты гений. Чем бы еще украсить комнату? Старые диски могут пригодиться. Шарики с пенопласта. То, что нужно. Диски разломаю на кусочки и обклею шар. Сделано. Ребята, у нас есть свой собственный дискошар. Повесим его здесь. И вечеринка начинается. Какой тяжелый рюкзак. Нужно достать все лишнее. Шуруповерт. Банан. Откуда это взялось? О, ткань. Какая красота! Сделаем из этого шторы. Получилось очень уютно. Дай 5. И фатин нашелся. Он украсит стенки. Готово. Вау! Великолепно! Я в восторге. А это что? Корзины для мусора. Что у тебя? Шлемы для поединка. Сразимся? Ну ладно, я готов. Защищайся. Что они делают? Думаю, мы сможем превратить эту корзину в красивый столик. Я сдаюсь. Принесла? С
Сперва покроем все серебряной краской, а дальше закрепим столешницу и украсим стразами. Я нашла растение. Идеально. Мы полностью преобразили комнату. Девочки, мне эта корона не нужна. Но почему? Потому что каждая из нас королева. Как мило. Нужно сделать фото на память. Марк, фото с радостью. Улыбайтесь. Снимаю. А мой телефон в сумочке. Да это же ручка от двери. Это? Упс, а я не поняла. О, Молли, если есть ручка, мы можем выйти. За мной! Что это было? Где Бен? Я в порядке. Катастрофа. Неделю назад. Кэрри уже здесь. Нужно больше сердечек. Привет, мальчики. Уберите это. Твои учебники. Спасибо, Бен. Это еще кто? Приветствую. У нас новая ученица. Заходи. Вау, кто это? Эй, мальчики, а я? Знакомьтесь, это Рокси. Я влюблен. Привет. Ах так, она пожалеет. Цветы. Кто хочет решить задачу? Я. Кэрри, ангельское создание, ставлю отлично. Рокси, выходи к доске. Я? Серьезно? Ответ 42, я решила. Умница, Рокси, все правильно. Ставлю 5 с тремя плюсами. Не верю. Пасую, давай. Раз, два, три, четыре. Наша команда лучшая в мире. О, Кэрри, она такая красивая. Чего застыли? Мяч мой. Подумаешь, попала. Давно не играла. Так любой сможет. А с закрытыми глазами? Что еще здесь есть? Все в корзину. Что? Вау, как она это делает? Бесподобно. Это что? Лети! За что? Марк, держись. Я могу не хуже. Смотри. Простите, мистер Арчи. Начинаем урок истории. Кто хочет рассказать о Людовике XIV? Я хочу. Что? Наручники? Я отвечу. О нет, Рокси. Ставлю отлично, только не пугай меня больше. О, Рокси! Кэрри уже не королева колледжа. Нет! Нужен новый конкурс. Что вы наделали? Королевой должна быть я! Последние штрихи вот здесь и здесь. Готово. И что тут? Кэрри, отличная работа. А какой образ? Произведение искусства. Ставлю отлично с плюсом. Ее место в галерее. Ладно. Рокси,
Нигде, позволь спросить, твоя работа? Так и будь, покажу. Ты куда? Мой шкафчик и есть мое полотно. Это вандализм! Невероятно, да это же шедевр! Концепт, исполнение! Шедевр стрит-арта! Ставлю отлично! Что? У тебя талант! Ничего не помню. Что отвечать? Ему нужно помочь. Эллиот, держи! Ответы! Спасибо, Рокси. Пожалуйста. Вот как. Сейчас ты получишь еще одну записку. Погорячее. От Рокси. Вау, то, что нужно. Спасибо. А, горячо. Что это было? Огонь любви. О, нет. Я тут ни при чем. Корона для самого лучшего учителя. Ну, я замечтался. Объявляю конкурс красоты. Главный приз – корона. Ай, ловите! Нет! Я поймаю! Она моя! Нет, моя! Отдай! Девочки! Чего они уставились? Фу, что это было? Сюрприз! Лузер! Что? Еще и с ошибкой! Что это было? Нет! Я тут в новой футболке! Ха, Кэрри, грамотейка. Отличная идея. Я возьму красную. Как она посмела? Смотрите внимательно. Соединяю две жидкости. И они меняют цвет. А теперь вы. Приступайте. Вау, мы справимся. Добавим вот это. Как красиво. Ничего особенного. Мы смешаем вот это. Упс. Вкусно. Молодцы. Вот так вот. Рано радуйтесь. Я создам новый формат. Эксклюзивные духи. Вау! Что? Я тоже так могу. Приворотное зелье. Вау! Ах так? Вот тебе. Дай сюда. Это мой эксперимент. Ну уж нет. Посмотрим, кто кого. О, нет. Осторожнее. Сейчас будет взрыв. Что это было? Где Бен? Бен! Я в порядке. Ну все. Тебе конец. И не мечтай. Эта работа слишком нервная. Конкурс уже сегодня, и корона будет моей. Макияж? Платье? И пояс чемпиона. Но как его застегнуть? Может помочь? Будь любезен. Как это работает? Понял. Спасибо. И корона. Я готова к награждению. Что тут у меня? Ой. Пожалуй, так и пойду. Я первая, пропусти. Атмосфера накаляется. Корона будет моей, не дождешься.
Претендентки, прошу на сцену. И корона достается мне. Не могу с ней расстаться. Она моя. Что? Как же так? Все эти награждения бессмысленны. Согласна. Счастье не в короне,